Всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать в мое новое видео. Ух, сегодня такой горячий видос, такая тема крутая, необычная. Превьюшку вы увидели и такие, что? Что значит новый Finger самокат? А вот так вот, у меня сегодня новый, просто сумасшедший Finger самокат на обзоре. И он теперь мой, песня просто. Как вы могли увидеть на превьюшке, он немножко отличается от моего старого. И вы такие, что? Какой-то он, что? А я вам скажу, что он огромный, он большой, крутой. И он вообще, ну, то есть вообще отличается кардинально от моего, хотя мой тоже классный. И я предлагаю долго не тянуть и сразу приступить вот к обзору, к просмотру, осмотру и тесту этого Finger самоката. Посмотрим, какой он, чем он отличается от моего, чем он отличается от самоката с AliExpress, допустим, который стоит там вообще 33 копейки. И затестируем, каково на нем кататься, и сложнее, или легче, или трюки идут вот вообще вот как по маслу, просто в отличие от самоката с AliExpress, хотя то вообще шляпа полная. Если ты не видел видео, то вот тут вот ссылка. Впереди и посмотри. Знаете, я получил миллиард, просто миллиард сообщений о том, где купить Finger самокат, что за Finger самокат, где можно приобрести, откуда заказывать, там, в США, Японии, Китае, я не знаю, Индии или Индонезии. У меня есть для вас очень-очень крутые новости. Есть такая компания, как Tailwhip Russia. Они вас спасут, и меня, естественно. Они везут партию вот таких вот Finger самокатов, как у меня во всех видосах, таких бомбовых, красивых, разноцветных, не то что у меня обдёртая. Вот фоточки, они красивенькие, такие аккуратненькие. Главное, оригинальные и металлические, а не вот это вот пластиковое с AliExpress. Если ты хочешь купить себе настоящий Finger самокат, классный, катать и получать удовольствие, обязательно переходи по ссылке в описании в их интернет-магазин и заказывай. Tailwhip Russia — это единственное, просто единственное в СНГ, кто завезли Finger самокаты. С ума сойти. Доставка Finger самокатов осуществляется по всей России. Вот где ты живешь, туда и доставят. Ну а если ты из Украины и хочешь себе Finger самокат, как в моих видосах, и сыграть со мной в Game of Scoot на Finger самокате потом, что? То обязательно напиши мне, и я подробно тебе расскажу, как приобрести вот такую вот красоту в Украине. Также ссылка на обзор Finger самоката Tailwhip Russia будет в описании. Обязательно перейди, посмотри, что это не обман, это все настоящий, классный и качественный продукт. И будь уже с Finger самокатом, сколько можно не кататься на нем. Итак, вот у нас тут такая красота, все вы видите эти три самоката. Это просто, и вы видите вот эту вот пушку, вот эту вот красоту, красотку, малышку. Я бы, честно, катался на ней в жизни, но жалко, она маленькая, я ее сломаю, если на нее наступлю. Это мы убираем в сторону. Спасибо, что не в мусор. Почему он такой большой? То есть, вот моя ладонь, вот Finger самокат. Почему? Непонятно. Сложно кататься, пока что неизвестно. Окей, скажу, он у меня уже пару дней, я уже пару раз покатался. Но я вам сейчас ощущения говорить не буду. Мы вместе покатаемся и потом вместе сделаем вывод. Для сравнения, вот мой старый Finger самокат, которым я тоже доволен. И вот новый. Просто по размерам, я думаю, вы видите, что самую малость больше. И, что самое интересное, у этого самоката пропорционален руль с декой. То есть дека как бы большая и руль. Если тут дека выглядит немножко больше, и наждак совсем уже не тянет. А тут новенький наждак я наклеил от самоката. Просто, просто красота. И руль уже успел поцарапать. Это самокаты от TouchDeck. Насколько я разобрался, насколько я понял. Это Феникс. Алды помнят, что это за бренд. Сейчас его там кто-то купил. Короче, не суть. Есть еще такие самокаты District. Также в инстаграме у Бориса Гришана вы могли видеть. Но он прям большой. И он прям, я вам скажу, такой вот. Металл, чистый металл, он очень по ощущениям кардинально отличается от этого, хотя это тоже металлический. Очень круто видеть какой-то большой бренд, да, больших самокатов, вот тут в миниатюре. То есть вот Феникс значок мы видим, тут вот снизу еще есть на деке что-то нарисовано. И где-то тут я еще видел надпись Феникс, но ее прочитать очень тяжело, вот тут вот на стакане. Но ее вряд ли прочитаете, потому что там шрифтом непонятно написано. Итак, что мы имеем? Это грипсы, съемные грипсы, чуть-чуть больше, чем грипсы на этом самокате. Руль U-образный, широкий. То есть вот так вот держу уже широко. Дальше мы имеем зажим. SKS HIG пока неизвестно, но он на болте. Тут такого нету. А тут есть. Попробуем еще открутить. Посмотрим, как это достается. Еще не доставал и не смотрел. Оставил для вас. Дальше мы имеем стакан. Дальше мы имеем fork, что с английского значит вилка. Посмотрите на эти колеса. Они просто... Что с ними? Почему они такие широкие? И гелик вот на этом... Это, МГП, казалось бы, все, гелик, как бы, сказал до свидания и уехал жить на Мальдивы. А тут просто колеса толстые. Ну, грип-тейп я наклеил сам, он был без грип-тейпа. Эти самокаты, как я знаю, уже не производят, года 4. И я достал последний, просто, он просто сумасшедший. Я не знаю, где такие купить. Я его купил не новым, но
сути не меняет. Просто обалденный. Состояние нового дека без квадратных дропов. Вот если сравнить с вот этим. Сейчас, подождите, тут гелик. Натяну обратно. Если сравнить с вот этим, в принципе, деки похожи. Что по болтикам, по гаечкам? Тут у нас, не знаю, как откручивается колесо, еще не откручивал, если честно. Поцарапал немножко, когда клеил наждак, поцарапал руль. Но это ничего страшного. Я потом, кстати, могу его закастомить, покрасить, сделать какую-то красоту. Так, давайте открутим руль. Посмотрим, что вообще из себя представляет этот руль. Что это за зажим такой и как это работает. И, о, все, а, в смысле? А это что, не снимается с вилки? Ну, походу, это СКС-система, пацаны, СКС-система. Вот такой вот руль, тут небольшой есть, так сказать, углубление для того, чтобы он не выпадал из зажима. Вот что мы имеем, фингер дека для самоката-слэш-фингерборд. Если хотите повторить за мной на этом, я шучу, как вы себе это представляете. Так, вот руль, сравним вот с этим, сейчас я тоже достану. Тут, для этого, для сравнения, достается вот, вот так вот. Раз, и все, достается. Дальше снимается форк, и все, остается просто дека. Вот сравниваем рули, насколько этот больше. Как вам такое все маленькое, как вам вообще показывать? Вот, вот что мы имеем. Видите, да, что этот немножко повыше и немножко пошире. Так, ладно, давайте закрутим обратно и будем делать триксы, понимать, что это за самокат и вообще, что имеет ли это смысл какой-либо в этой вселенной. Так, закрутил, колесо криво, но профессионалы катаются на кривом колесе, поэтому вроде бы все рассказал, показал, тормоз не нажимается. Колеса тоже снимаются, но снимать, если честно, нет желания, потому что потом их надо будет прикручивать, а это все время, а время это золото. Итак, едется на нем не так удобно, как на вот этом. Да, еще раз повторяю, не настолько удобно ехать на этом самокате, как на этом, потому что этот меньше, и пальчики уже сразу вот здесь, вот этой как бы полностью держишь. Но, мне кажется, здесь, на этом, будет реалистичнее делать трюки, потому что он большой и как бы, ну как бы массивно и тяжело выглядят трюки. То есть там, ух, какой тяжелый бонихот. Криво. Но, короче, думаю, что будет реалистичнее от этого. И в инстаклипах у Багришанова он вот такие вот самокаты, поэтому я понимаю, почему все так стильно. Конечно, конечно. Так сюда и ботинки мои нормально станут, даже несмотря на то, что они огромные. Итак, давайте поделаем пару трюков и поймем, насколько сложнее кататься, чем на вот этом. Для начала сделаем, конечно же, бонихоп. А, сложно, очень сложно. Еще раз, очень сложно. Делаем вип. Да? А если делать медленно трюки и ловить в заднюю просто? О, вот это уже хорошо. Еще раз, еще раз. Yes, man. Теперь давайте сразу хил на вип, сразу. Красиво. Что еще можно сделать? Nose manual. Не, ну это, понятно, не сложно. Ну, да, немножко труднее контролировать на нем трюки, потому что он больше. Vanity хил. Да не, я такого не умею и никогда не умел. Два випа, давайте два випа сделаем. Тоже с первого часа зашло. А на этом просто наждак уже совсем не тянет, надо будет поменять. Но тоже на этом делается. Мне интересно, как я на большом смогу ли я сделать брайфлип. Легендарный, легендарный на этом канале брайфлип на фингер самокате. Давайте попробуем поглядеть, как скользит дека, узнаем, что по ощущениям. Ну, скользит приятно. То есть нету такого какого-то, не знаю, неприятных ощущений нету. Но этот скользит по резвей как-то. Тут вот мы видим, она острая, то есть вот тут вот сбоку, да, фингер-вип больно толкать. А тут она более плоская, и вот тут она тоже более плоская, поэтому хрендится. На этом должно лучше, но вроде бы и лучше. Почему? Колеса скрипят, вам не кажется? Давайте сделаем вип на бордслайд. О, как залетело. Вип на бордслайд на вип. Просто, просто сумасшедшая красота. Вип на бордслайд, на хил на вип. Сейчас я вам покажу, что неплохо скользит. Вот так вот едем, прыгаем. Итак, пам. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, самокат. Ну что ж, давайте попробуем брайфлип на этом большом финджер самокате. Не знаю, каково будет. Может быть получится, а может быть и нет. Ставим ставки, пишите в комментарии, поставлю я сейчас брайфлип. Я жду. Ну давай, давай, пиши. Да, поставишь, не поставишь. Все? Молодец. Погнали, делаю брайфлип. First try. На скутерфейке. Еще раз, приснилось, показалось.
Почти. И... Ну, не знаю, вы засчитаете или нет. Ну, вывожу вроде бы нормально. Не знаю, что вам не нравится, вывожу нормально. Для сравнения на вот этом давай сделаем. О! Ну, на маленьком легче делается, я вам скажу. Чем на вот этой баланде огромной. О! Ну, это точно брайфлип, даже больше на амбреллу было похоже. Давайте сейчас вам скажу размеры этого Фемир самоката, чтобы вы примерно в голове и по ощущениям понимали, каково это. Высота руля, прям вот вместе с колесом, составляет 7,5 сантиметра. Длина деки 6 сантиметров. Ширина сантиметр и 2 миллиметра. Ну, а для сравнения, вот вам фингерборд. Вот, да. В принципе, они так же самые непропорциональны. Красивые. Тейлвип. И отсюда вас сразу делает кик, кек, флип, кек. Флип на фингерборде. Что я могу сказать? Мне нравится самокат, честно. Честно скажу, мне очень нравится. То, что он большой, металлический. И прям такой вот чувствуется... Как сказать, чувствуется такая вот мясистость, знаете, в руках. За это время я научился делать про-трюки на фингер-самокате. Там такие как бэкфлип, дабл-бэкфлип, там фингер-вип. Если ты хочешь увидеть эти трюки в отдельном видео, обязательно напиши в комментарии, что хочу видео с про-трюками на фингер-самокате. Обязательно подписывайся на этот канал, так как только здесь ты увидишь сравнение фингер-самокатов, катания, тесты, обзоры, трюки, профессиональные трюки на фингер-самокатах и куча контента по фингерборду в виде обучалок, повтори за мной и прочих экспериментов. Обязательно рассказывай об этом видео другу, пускай увидит, какой классный фингер-самокат существует в этом мире. Обязательно ставь лайк под это видео и всем спасибо за просмотр и всем удачи! Пока. На этот канал ты подпишись и лайк поставь, и коммент напиши. Фингерборд видосы, самокатные влоги и разный интересный контент. Подписывайся. Я буду очень рад.